Сон, немного ты выпил? Нет, сэр, у меня синдром Туретта. А какая работа тебя интересует? Учителя. Я много раз ловил этот взгляд, но никогда не позволял ему задеть меня. Что натолкнуло вас на мысль стать учителем? Это все, что я когда-либо хотел делать. Я как будто был рожден, чтобы учить. Все, что я хочу, это шанс. Просто пригласите меня на собеседование и позвольте доказать, что я в состоянии работать. Я хочу посвятить профессии учителя всю свою жизнь. Я издаю эти звуки из синдрома Туретта. Это как чихание, невозможно контролировать. Вам что-то попало не в то горло? Хотите глоток воды? У меня синдром Туретта. Меня не предупреждали, что у вас будут какие-то дефекты. Вы хотите преподавать здесь. Тогда вам придется воздержаться от этих звуков в классе. И я пришла объявить, что наш родной Брэд Коэн был выбран учителем года.